Мы качки буквы. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. И тогда будешь таким же сильным и накачанным. Как мы. Время пошло. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышел новый мультик про нового монстра по Playtime Бокси Бу. Так что если вы еще не видели, прямо сейчас же посмотрите, ссылка в описании. Ну и да, ребятки, всем огромнейший приветик. Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и, конечно, Дарк. И у нас сегодня, ребятки, будет новенькая прокачка буквы F. Сегодня мы, ребятки, прокачаемся до максимальной стадии такого мощного качка буквы F за 1 миллион долларов. Наша сегодняшняя эволюция начнется с маленькой буковки F за 1 доллар и закончится на таком вот мощном огромном качке. Качок буквы F. И все это в игре под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, ребята! Вообще, да, ребятки, начинаем с маленькой буковки F, потом обычная F, потом кошмарная F, потом супер F, вот такая мега мощная буква, супер буква. Предыдущая эволюция буквы F закончилась на вот этой вот стадии, на супер F, но все потому, что у нас, ребятки, не было самой мощной, самой максимальной стадии качка F. Теперь же, друзья, он появился. Посмотрите, какой, ребят, широченный. Смотрите, ребят, какая рама мощная. Такой, ребятки, да, очень-очень мощный, сильный качок F. И вот сегодня мы, ребятки, до него прокачаемся и посмотрим, на что он способен. Вообще, да, друзьяшки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте мы, ребят, доберем на этом выпуске 10 тысяч лайков. И тогда мы еще обязательно много всего крутого запишем. С качком F. И с другими, конечно же, качками, буквами алфавит лора. Да и в целом, со всем алфавит лором. Много всего еще, ребята, интересного ждите. Ну и, конечно же, да, ребят, пишите в комментариях, что нам еще записать, какие рубрики, какие эксперименты провести и так далее, так далее, так далее. В общем, да, ребятки, такая у нас сегодня будет мега эпичная эволюция, а мы прямо сейчас же начинаем. Ну что, ребятки, мы начинаем. Вот такая сейчас у нас, ребят, будет первая стадия. Вот такая маленькая буковка F за 1 доллар. И наша, друзья, задача сейчас накопить 100 долларов. Готовы? Ща, ребята, поиграем. Так, 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 о, людишки, привет. Так. Мы сейчас, короче, ребятки, да, давайте сегодня такие блицы эти стадии устроим. То есть мы, ребят, довольно-таки быстро прокачаемся, довольно-таки, ребят, быстро сегодня денежки докопим. У нас, ребят, деньги будут сегодня намного быстрее зарабатываться, чем обычно. Потому что мы, ребятки, уже играли за эти все буквы F. И наша главная задача докачаться, конечно же, до максимальной стадии, до качка F. Эй, спецназовец, ты вообще собираешься по мне стрелять? Чё-то, кажется, он, ребят, затормозил. На! Не тормози, сникерсни, всё. Все, ребята, мы всех перебили. А, серьезно? Я же, ребят, говорю, капец, сегодня быстро деньги копятся, да? У нас, ребят, уже 100 долларов. То есть буквально перебили нескольких этих человечков. И, ребятки, сразу же докопили 100 долларов. Обалдеть. Ладно, ребятки, раз цель выполнена, раз мы 100 долларов докопили, прямо сейчас же давайте мы эволюционируем. Да, сегодня, ребят, будут быстрые стадии. Главное, чтобы как можно быстрее мы прокачались до качка F. Вот, ребятки, за него побольше и поиграем. В предыдущих выпусках мы, ребят, уже играли за эти стадии, поэтому долго на них останавливаться мы не будем. Погнали. Ну все, ребятки, мы только что эволюционировали. Теперь мы, ребят, играем за взрослую букву F. Да, ребят, эта стадия у нас за 100 долларов. И наша, друзья, задача докопить 1000 долларов. Вроде, ребят, немного, да и тем более сегодняшняя-то прокачка, да, довольно-таки быстрой. Но все равно, ребятки, нужно кого-нибудь покусать. О! Смотрите, ребят, оранжевые радужные друзья прибежали. Так. Кусаются вроде, кусаются. Получайте, динозаврики. Напали на меня. Так, так, так. Ща мы их, ребята, покусаем. Ща мы их, ребят, быстренько, думаю, поперебиваем. Ну, кстати, ребят, смотрите, за такую большую толпу, сколько их здесь, кажется... 7 штук, да, ребят, 7 оранжевых радужных друзей. Мне кажется, долларов так, наверное, 500-600, а то, может, даже и 700 дадут. Буквально, ребят, еще после них кого-нибудь перебить, у нас уже будет 1000 долларов. О, уже, ребят, тем более минус 1. А, уже даже минус 2 получается, да. Я даже, ребят, не заметил, как мы еще кого-то перебили. Так, вот, еще минус, отлично. Смотрите, кстати, ребят, неплохо так они меня покоцали. Так, вот еще минус один. И еще, кстати, минус один. И еще сразу минус один, капец. Так, так, так. И, ребята, один на один остаемся. И... Давай, давай, давай. Все, отлично. О, ребят, буквы I прибежали. Я думал, чтобы мне помочь. Они в итоге решили на меня напасть. Ах вы, буквы А, сейчас я вас покусаю. А ну, иди сюда. Так, кусаем их, кусаем, ребятки. Вот, все, хватаем их, ребят, кусаем, бьем. Ща мы их, ребят, тоже быстренько, я думаю, всех поперебиваем. Да капец! Они мне, ребят, не дают ударить. На, получайте, получайте. Сейчас, ребята, мы их позабиваем. Вот. Еще укусили. И еще.
Капец, на самом деле, как-то они меня постоянно отбрасывают. И это прям реально, ребятки, очень сильно мешает. А, кстати, смотрите, ребят, у меня $700. О, и как раз 3 буквы I. Наверное, ребят, за 3 буквы I тоже по сотке должны дать. Так что, в принципе, вот сейчас мы, ребят, их и добьем. О, уже, ребят, смотрите, $800. Так, да, получай, получай, давай, давай, давай. Хватаем, ребят, кусаем. Последняя буковка I остается. Так, и, ребятки, смотрите. Буквально сейчас еще несколько ударов. И, в принципе, все. Давай, 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 получай, да капец, а. Ребята, что это у нее за какой-то огромный просто снежный ком, да? Какой-то, ребят, огромный просто шарик на голове. Это, ребятки, ай посильнее будет, чем те предыдущие. Так, все, готово. Мы, ребята, с ней разобрались. Фух, все, ребят, $1000 накопили. И теперь давайте мы прокачаемся до следующей буквы F, до кошмарной буквы F. А вот, ребятки, зайдем, мне кажется, будет еще намного проще играть. Погнали. О, все, ребята, мы только что прокачались. Смотрите. Хо-хо. Да, ребят, представляете? И это всего лишь за $1000. Капец, конечно, но, ребята, наша теперь задача накопить целых $50 000. Да, ребят, уже как бы не одну тысячу долларов, целых 50 тысяч. Но я думаю, конечно же, за кошмарную F довольно-таки быстро и легко сделаем. А ну-ка. Ой-ой-ой, да, ребят, смотрите. По-моему, сейчас хана будет всем этим остальным червям. Не, ой, ребят, это прям вообще, знаете, десертик. Чисто, ребят, семечки, знаете, пожевали, да? Поплевали и все. И больше, ребята, их нет. Так, этих мостовых червей. Так, мультяшки теперь. Толстячки. Да, они, ребят, мне кажется, тоже слабенькие. Ой, все, ребят, кушаем их. Правда, не особо, ребят, вкусные они какие-то. Фу, о. Лучше, конечно, ребят, такой едой вообще не питаться. Это хуже каких-то, ребят, фастфудов, да, или еще чего-либо. Но что поделать? Нужно, ребят, этих толстячков поперебивать. Конечно, запашок от них не первой свежести. Ой, фу, ребят, на самом деле, реально, ребят, туда лучше не подбегать. Так, 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 на, получай, толстяк здоровый. Давайте сначала, ребят, с этого начнем. Вот, все, минус. Так, сначала вот этих мелких докусываем. Вот, все, тоже минус. И, ребятки, теперь вот этого большого. А, ребят, он так быстро отлетел, серьезно? Кстати, его, ребят, даже быстрее было убить, легче было убить, потому что, видите, он такой надутый, большой. Мы буквально немножко прокололи, он, ребят, и он сразу же, ребят, сдулся и взорвался. О, ребятки, радужные друзья. Так, ой, блин, хватают. Ох вы. Капец, ребят, вообще обалдевшие, конечно, эти радужные друзья. Откуда вы такие повылазили? Вот, все, будете знать, как кошмарную F кусать. Ребят, у нас, кстати, уже $25 000. О, еще дракоша прилетел. Дракоша, дракоша, дракоша. Получай, дракон. Да, так, хватит летать, а. Давай уже нападай, давай дерись. А то летает там что-то, мансует и так далее. А, ребят! Фух, все, успел его схватить. Он мне попытался телепортировать свое пространство, свое измерение, но я, ребят, успел его схватить за шею, перегрызть ему, ребят, глотку и все, в принципе, вырваться. Окей. Дарк, по-моему, радужные друзья слишком слабые. Слушай, давай супербуквы, а? Давай с супербуквами попробую разобраться. После всех этих радужных друзей, как раз за них, мне кажется, много денежек дадут. Так, 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 сейчас, ребята. Так, ДЛ, в смысле? Не трогайте, это мой, мой фраг. Давай всех сразу, давай всех, 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 всех. М, Н, О, Л, П, все. Все, ребята, все здесь, все в сборе. Так, получайте. Ребят, смотрите, как они быстро отлетают. Обалдеть. Так, 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 так. О, Х, смотрите, ребят, клонов досоздавал. Так. На, получай, получай, получай. Эл мы, кстати, ребят, уже тоже убили. Теперь вот икса надо, ребят, завалить. Так, только вот где, ребят, оригинал? Где настоящая буква Х? Нужно в этом разобраться. Ну, сейчас они, ребят, исчезнут, эти клоны. Я думаю, мы, в принципе, разберемся. Так, получайте. Капец, ребят, сколько же клонов. Вон, кажется, ребят, Х стоит отдельно, видите, от всех. Ах ты, ну иди сюда. Так, 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 вот это вроде он. Так, ребят, кусаем его, кусаем, кусаем. Есть. Да, ребят, я его все-таки смог найти, и его я, ребят, загрыз. О, ребят, у меня для вас и для нас отличные новости. У нас, ребятки, $48 000. Буквально, ребят, 2000 не хватило. Дарк, давай еще кого-нибудь. Понимаете, ребят, буквально $2000 не хватило, капец. Буквально, ребят, еще немножечко нам кого-нибудь перебить. О, нормально. Думаю, нам, ребята, столько хватит. Ой, кап, ребят, кап собрался. Кап, это, ребят, нехорошо. Кусаем его. А, ладно, в принципе. Разобрались вроде. Так, все, ребят, кусаем, кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. Вот, все, покусали, покусали.
Так, кто тут еще жив? Вот это вроде, Джей еще живая. Ненадолго, я думаю, все, ребят. Мы разобрались с этими, со всеми буквами, и у нас теперь, ребят, на балансе больше 50 тысяч долларов. Ладно, друзья, отлично. Сейчас давайте прокачаемся до Супер F. Погнали. Ну что, друзьяшки, мы только что прокачались, и теперь мы, ребят, играем за Супер F. Да, ребятки, стадия Супер F за 50 тысяч долларов. И наша, друзья, задача сейчас накопить 1 миллион долларов и, наконец-то, прокачаться до максимальной стадии качка F. Да, ребят, как я и говорил, сейчас, конечно же, накопить денежки, да, нафармить, ребят, наши доллары будет намного проще, чем обычно. Но все равно, ребят, целый миллион долларов нужно сейчас нафармить, да, заработать. О, смотрите, кошмарные буквы. Ну что, кошмарные буковки, идите сюда. Сейчас я с вами быстро разберусь. Так, ребят, смотрите, мы их уже всех поперебивали. Большую часть. Чет какие слабые слишком эти все кошмарные буквы. Так, нормально так, ребята. Так, еще вот ты получай тоже по лбу. А, ребят, серьезно, мы их всех перебили. Кстати, ребят, смотрите, за каждую кошмарную букву нам дали по 10 тысяч долларов. Их было 12. Получается, ребят, сейчас у нас на балансе 170 тысяч долларов, обалдеть. Так, теперь, ребят, блобы. Блобы, блобы, блобы. Так, а ну-ка, а ну-ка. Мне кажется, сейчас мы, ребятки, с блобами быстро разберемся. Хотя они, по-моему, намного сильнее, чем буквы. Все-таки это огромные сгустки аниматроники. Хотя, смотрите, вроде тоже, в принципе, нормально так отлетают. Так, вот ты тоже получай. Капец, там, смотрите, ребят, сколько блобов залагало в доме. Там, Дарк, еще один, смотри, еще один блоб залагал. Во. Все. Перебиваем, ребята. Кусаем их. Вот еще минус один. Во, отлично. Капец, конечно, атаки, ребята, у Супер F. Очень-очень мощные. Так, давай-давай, кусай. Молодец. Все, ребята, отлично. У нас уже на балансе 300 тысяч долларов. Килли-вилли. А, ребят, куда тебя подбросили? Обалдеть, конечно, не подбрасывают. Так, ну ничего, сейчас, ребята, с килли-вилли разберемся. Все, разобрались. Ё-моё, куда меня так отбросило? Так, ай, ах ты, килли-вилли. Ничего у тебя не получится, на. А, притянул меня. Ну и зря ты это сделал. Так бы еще, может, немножечко пожил бы. Несколько десятков секунд. Все, ребята, 400 тысяч долларов. Отлично. Суперски. Ребят, целый диджей. А не жирно ли, ребят, для меня сейчас целый диджей? Ладно, давайте попробуем, ребят, с ним разобраться. А, точно, ребят, суперспособности. Суперспособности, так. О, кстати, смотрите, ребят, лазер. То, что мне нужно. А то, ребятки, диджей прям реально к себе не подпускает. Так, стреляем, ребята. Так, тихо. Лазер, ребят, хорошая штука. Кстати, ребят, клонов я почему-то не могу создавать. Не знаю даже почему. Не создаются они. Ладно, в принципе, нам, ребятки, лазера, думаю, хватит. В принципе, мы, ребята, и так предыдущую всю прокачку клонами прошли. Даже неинтересно так получилось. Капец, он, ребят, живучий. Сколько по нему уже фигачу этим лазером? О, фух, ребят, наконец-то его завалил. И это, ребят, был только один диджей, представляете? Кстати, ребят, нам за него дали сколько? 300 тысяч долларов, у нас сейчас, ребят, на балансе 700 тысяч долларов, обалдеть. К сожалению, ребят, еще один диджей на нас уже не допадет. О, робот сиреноголовый. Стрелять, ребята, по нему давайте тоже будем. О, смотрите, кстати. Так, он подпрыгнул, стреляем по нему. Я, в принципе, ребят, давайте по той же самой тактике буду работать. Ё, он побестреляет с пулеметов. Как диджей, просто, ребят, не буду сиреноголового близко к себе подпускать. Тихо, получай. Получай еще с лазера. Все, ребят, готово. Мы его, ребятки, критически повредили и добили. Ребят, нам за него дали 150 тысяч долларов. Очень, ребятки, даже неплохо. Ну и остается, в принципе, кого-то еще очень мощного убить. И у нас, друзья, уже будет... Да, миллион долларов, ребят, будет. Сейчас 850 тысяч. Остается, ребят, буквально 150 тысяч. О, сиреноголовая. Так, на, получай, минус. Так, капец, сколько их. Так, а, ребята... Не, их главное, ребят, к себе не подпускать. Давайте лучше их лазерами будем отстреливать. Так, на, получай. Тихо, отбегаем. Вот. Еще, тихо. Капец, конечно, они, ребят, агрессивные какие. Агрессивные эти сиреноголовые. Уничтожаем их. Вот, все, ребят, лазер это, ребят, просто имба, по-моему. Так, вот. На, получайте еще. Капец, сколько, ребят, сиреноголовых набежало. Просто огромная толпа какая-то. Так, стреляем. Фух, все, ребят. О, последний, ребят, последний сиреноголовый. Так. Все, ребят, готово. Мы, ребята, уничтожили всех сиреноголовых.
О, так, ребят, у нас на балансе уже 1 миллион долларов. Обалдеть. Быстренько, быстренько мы сегодня, ребятки, его докопили. Ладно, друзья, предлагаю прямо сейчас же прокачаться до максимальной стадии, до качка F. И, наконец-то, ребятки, за него поиграть. Погнали. Ну что, ребята, смотрите. Хо-хо-хо. Вот это, конечно, ребятки, буква F. Не то, что все предыдущие, да, эти F-ки. Не, конечно, кошмарная была прикольная. Реально мощная. У супер F были-то всякие артефакты и суперспособности. Но, ребят, зато у этой, смотрите, такая чистая, грубая, мужская, мощная сила. Такая, на! Сейчас, короче, давайте, ребятки, испытаем, насколько мы сильны стали. О, качки Си. Давайте, ребят, посмотрим. Ну что, качочки, идите сюда. А, ребят, тут не только Си, тут A, B и C, капец. Ну, я думаю, мы сейчас, ребят, с ними тоже быстро разберемся. Кстати, друзья, вчера на канале вышел чемпионат качков. Понятное дело, сейчас, ребят, у нас прокачанная буква F, качок F, за 1 миллион долларов. И она, ребят, очень-очень сильная. В десятки раз сильнее, чем качок F. Так что, ребятки, конечно же, мы этих качков быстренько уложили. О, радужные пожиратели, получайте. А вот вчера, ребятки, был чемпионат, где все качки были на равных, так скажем, условиях, да? С равными силами. Никого мы там не прокачивали дополнительно и так далее, и так далее, и так далее. Так что, ребята, посмотрите обязательно тот предыдущий выпуск, реально круто получилось. Смотрите, ребят, просто капец. Так, сейчас мы, ребят, с этими пожирателями, думаю, разберемся. Кстати, ребят, пожиратели сильные. Поверьте, они реально, ребят, сильные, плюс он не один. Их, ребят, сразу же несколько на меня напало. О, другое совсем дело. Отлетают потихоньку, отлетают. Так, сейчас, ребят, я думаю, мы еще с диджеем подеремся. Вот, ребятки, помните, сколько Супер F, да, долго убивала диджея? Интересно, сколько ударов качок F сможет победить диджея-аниматроника, самого большого аниматроника FNAF 9 Security Breach, да и в принципе аниматроника FNAF. Five Nights at Freddy's. Все, ребятки, пожирателя мы уработали, пожирателей точнее мы уработали. Ну что, кто следующий? О, ребятки, диджеи! Вы решили со мной помериться силушкой богатырской? Сейчас с вами померимся. Серьезно? Ну, ребят, да, видимо, броня у диджеев не выдерживает просто наши мощные удары. Мы, ребят, легко им проломали их хавальники, да? Вообще, ребят, их лица просто попроламывали, их тонкую броню. И, в принципе, с ними разобрались. О, ребят, смотрите, кошмарные диджеи, которые намного сильнее. О, так-так-так, совсем, ребят, другое дело. Давай-давай-давай, бей их, бей-бей-бей, качок F. Так, наконец-то достойный противник. А наше сложно. Сражение будет легендарным, да, Славик? Ну, кстати, нет. Недостойные противники. Слабые какие-то, если честно. Мы уже, смотри, у одного кошмарного диджея уработали. Так. Слушай, а давай этих качков. Качков Солнце и Луну. Фредди еще можно. Сейчас только, ребят, сначала с этим давайте разберемся. Так, капец, ребят, ладно. Достойный противник все-таки кошмарный диджей. Сильный. Так, давай еще немножко. На, получай, давай. Капец, ребят, сколько уже ударов он танкует. Сколько мы ему уже зубов там повыбивали. А он все до сих пор держится и держится, капец. О, фух. О, ребят, смотрите, мы еще, кажется, немножко подросли. После того, как победили этого кошмарного диджея. Угу, замечательно. О, ребят, смотрите, качки. Качки Фредди, Солнце и Луна. Я думаю, мы, ребятки, сейчас с ними быстро разберемся. А, серьезно? Я, ребят, даже не заметил, а где половина? А, вот они, ё-моё, я уже думал, всех перебил. Они меня просто видели, ребят, в небоскреб отбросили, из-за этого у меня камера залагала в небоскребе. И когда я, ребят, повернулся уже, смотрю, два качка всего передо мной, я уже думал, всех перебил. Ну ладно, теперь, ребятки, точно всех перебил. Они оказались просто за углом там. Тусовку устроили, тусовку качков. Ну и давай кого-нибудь реально серьезного, реально сильного. Не-не-не, давай не Хагиваги, Хагиваги слишком слабый, давай Килли-Вилли. Ну ладно, ребят, хагиваги, в принципе, тоже пойдут. Ну, а смотрите, они, ребят, довольно-таки слабенькие. Угу, так. Сейчас мы, ребят, с ними быстро разберемся. Давай лучше качка Килли-Вилли. Качок Килли-Вилли будет посильнее намного, чем качок Хагиваги, тем более, если их будет сразу же несколько штук. Давай там трех-четверых. Будет, ребят, самое-самое веселье. Хотя, ладно, ребятки, весельем это сложно назвать. Так, бьем их, бьем. Капец, конечно, они, ребят, агрессивные. Налетели такие на меня. Избивают меня постоянно этими шипами. Сейчас. О, ё-моё, здорово, ребят, качок Килли-Вилли какой-то огромный прибежал. Он, наверное, самый злой, самый агрессивный. Смотрите, капец, на меня, ребят, просто напал. Бьет. На. Так, капец, ребят. Все. Сейчас, я думаю, мы, ребят, и с ним разберемся. Хотя,
Ладно, он какой-то слишком массивный такой. Мне кажется, ребят, прям очень-очень сильный. Главное сейчас, ребятки, с этим большим разобраться, а с мелкими, думаю, мы, в принципе, намного быстрее разберемся. Так, давай. О, кстати, ребят, мелких уже все. Мы уничтожили. Остается только большой вот этот вот. Фух, все, ребят, и с ним тоже вроде разобрались. Вообще, да, ребятки, такая у нас сегодня мега-эпическая прокачка получилась. Да, ребят, сегодня прокачались до такого огромного качка буквы F за 1 миллион долларов. Посмотрите, ребят, эту просто раму. Капец, конечно, на. Если была бы в Гаррисмоде, ребят, разрушаемость, да? Если бы все эти дома мы могли бы поломать, если была бы полная разрушаемость, наверное, то, ребят, от города уже ничего не осталось бы. Пока мы бы там сражались с всякими там Килливилли и так далее, всякими там диджеями и всякими другими качками и всякими монстрами, мы бы, наверное, уже просто, ребят, дома разломали бы. Такие дырки бы в них были. Вообще, да, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот такая обалденная сегодня эволюция, такая мега эпическая прокачка у нас получилась. Ну а с вами, как обычно, был я, Slake Must, и, конечно же, Дарк. До встречи, ребята, в новых роликах. Всем и, друзьяшки, желаю удачи. До новых встреч. Пока-пока. Всего хорошего, друзьяшки.